Всем привет, с вами Пандора, и вы, как всегда, на моем канале. Вот и подходит к концу первое полугодие учебного года. По традиции в школе устраивают новогодние вечеринки, маскарады и так далее. И вот этот день настал сегодня, крутая будет вечериночка. Вот и мои красивые ученики, ученицы. Сейчас у нас будет один урок математики, а потом уже начнем тусовочку, начнем вечериночку, пойдем в актовый зал и там продолжим нашу тусовочку. А также возле ее потом устроим тусу. В общем, очень-очень крутой будет видосик. Досмотрите его до конца. Так, все, я уже классу все рассказала, что сейчас у нас математика, а потом вечеринка. Они все очень-очень рады, как вы видите. Так, и давайте напишем им, чтобы они написали ники, чтобы я могла обращаться к ним по именам, чтобы... Ну, короче, вы поняли, я думаю. Так, кто-то пишет: в мыслях ненавижу математику. Кстати, кто любит математику, напишите в комментариях. А также пишите, кто не любит. Мне будет очень интересно почитать. Я, например, не люблю математику вообще. Вот кто-то тоже. Рома вот тоже. Вероника есть, Диана, Зарина, Злата. В общем, у нас очень-очень классный класс. Также там есть класс Симбы. Тоже они там занимаются уроками. Вот. И сейчас Диана выходит к доске. Давай, Диана, выходи к доске. Где Диана? У нас на задней парте сидит. Поэтому давай к доске. Сейчас я тебе напишу примерчик. Ты его решишь, и, в принципе, все запишите его в тетради, и потом уже пойдем, наверное, в актовый зал, уже продолжим наш праздник. Так, давай, 25 плюс 67. Вы, ребятки, тоже считайте в комментариях, кто может. Кто такое учил, то считайте. Кто еще такое в школе с учителями не проходил, то не решайте этот пример. Вот, но кто знает, можете писать. Я буду вас лайкать. Так, давай, Диана, я жду твой ответ, пиши. Если что, это будет, ребятки, 92, я уже вам скажу. Так, давай, Диана, пиши, пиши. Что же ты напишешь? Так, пиши, пиши, давай, Диана, мы все ждем, когда ты напишешь. Вот, весь класс сидит и ждет. Так, 92, все, это правильный ответ, Диана, молодец. Все, супер, садись, и сейчас уже, я думаю, можем начинать вечериночку. Давай, садись, записывайте все это в тетрадь. Все, смотрите, там уже люди подвязались тоже, посмотрите, ждут тусу, уже Симба их, видимо, отпустила, они в соседнем классе. Вот, ну все, можем идти, в принципе, на тусу, давайте, вставайте, погнали. Сейчас идем в актовый зал, давайте идите, там Симба, я думаю, уже пошла. Вот, смотрите, кстати, как мы школу украсили, все очень-очень красиво. Тут, правда, коробки кто-то поставил, ну ладно, не будем обращать внимания. Тут у нас подарочки, шарики, все очень-очень круто, подсветочка, прям вообще такое новогоднее настроение. Вот, только, пожалуйста, уберите коробки, я вас умоляю. Так, и давайте все, пожалуйста, садитесь, потому что сейчас я должна Симба сделать важные слова, то есть мы сейчас Симбой вам скажем, что нужно делать. Пожалуйста, садитесь все, пожалуйста, сядьте. Да, мы учителя с Симбой, вот, поэтому прошу внимания, сядьте все, пожалуйста, не стойте на сцене. Сейчас нам нужно сказать вам несколько слов. Сейчас вы все увидите. Сядьте, пожалуйста, все. Я не понимаю, сядьте, пожалуйста. Так, прошу убрать эти коробки и, пожалуйста, сядьте все. Так, садитесь, давайте, Merry Christmas, давайте, садитесь, садитесь. Все, давайте, ну угомонитесь уже, пожалуйста. Кто-то пишет в чате: в лесу родилась елочка. Все, давайте, садитесь, уже почти все сели. Прошу вас тоже сесть. Вероника, давай, садись, пожалуйста. Все, ну что ж, мы с Симбой остались на сцене, отлично. Сейчас, короче, ребятки, знаете, что у нас будет? Мы сейчас хотим Симба сделать такое, чтобы каждый по очереди из подписчиков подходил и желал на сцене что-то к Новому году. Ну, короче, вы сейчас все по ходу поймете, это будет вечер... Ой, это будет очень весело и интересно. Ну, давайте я все это в чате сейчас пропишу, чтобы подписчики, естественно, тоже все знали. А то я вам сказала, а они не знают, что сейчас будет происходить. Поэтому я им в чате тоже это все сейчас прописываю. Сейчас каждый будет подходить и говорить что-то к Новому году. Какие-то, знаете, заветные слова, типа пожелания, ну, что-то в этом роде. Вот. Симба тоже сейчас будет выдавать каждому по подарочку, кто будет выходить на сцену. Ну, на сцену, конечно, будут все выходить. Нет, не стих, просто заветное пожелание, типа слова. Так, Симба сейчас это все напишет. Зарина. Зарина уже вышла. Зарина, можешь уже думать, что ты сейчас будешь говорить. Вот.
И давайте, Симба тоже будет выдавать подарочки всем. Да, одно пожелание, вот говорите, что-то такое коротенькое, чтобы не целая петиция была, а вот что-то такое главное, и, ну, чтобы оно было не длинным. Прошу тишину в зале, потому что сейчас мы услышим заветные слова от Зарины. Ждем, пока она напечатает, пока она скажет. Вот, посмотрите, какая у нас в зале просто красота. Звездочки, подарочки, елочка. Прям уже новогоднее настроение. Ждем, пока Заринка напишет. Но вы пока что, между прочим, не сидите смирно, а ставьте лайкосик. Так, я хочу, чтобы у всех сбывались мечты, Зарина написала. Это прям очень-очень крутое пожелание, супер. Зарина, можешь садиться. И сейчас Симба, Илья... А, вот Симба уже вызвала. Окей, все, давай, Зарина, садись. А Симба вызвала Алину. Ждем, пока Алина выйдет. Вот она уже вышла. И сейчас мы посмотрим, что нам скажет Алина. Ну, а пока мы ждем, пока нам Алина напишет, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка есть в описании. Ну, а также на мои, между прочим, другие соцсети. Тоже очень-очень важно. Так, ждем, пока Алинка напишет. Алинка, давай уже. Вот, я хочу, чтобы у всех было хорошее настроение на Новый год. Это, между прочим, тоже очень-очень крутое пожелание, чтобы у всех было крутое праздничное настроение. Так, все, Алина, садись. Симба сейчас будет следующего человека вызывать. Так, Марта выходит. Окей, ждем, пока Марта у нас выйдет и скажет свои заветные слова. Так, я хочу, чтобы у мамы была машина, чтобы все было хорошо, чтобы все справили хорошо Новый год, 2024 год будет лучшим. Это реально очень тоже крутое пожелание, желаю твоей маме успехов, надеюсь, ты смотришь этот видосик. И каждому по подарку от школы Пандоры. Еще очень много, конечно, народу должно выйти на сцену, поэтому мы обязательно дождемся, пока каждый выйдет на эту сцену и скажет свои два важных слова к Новому году. Сейчас выходит Даша. Ждем, пока она напишет что-то праздничное. Очень много людей, конечно. Ну ладно, все будут на сцене и получат свои подарочки. Желаю вам счастья в новом году и успехов. Тоже классное пожелание. Даша прям молодец. Все, крутяк, садись. Сейчас Симба уже вызывает следующего человека. Там кто-то пишет, конечно, можно я. Но Симба выбирает прям на рандом, знаете, считалочкой, чтобы никому не было обидно и чтобы все вышли. В любом случае, конечно, все выйдут, но кто-то просто хочет раньше, видимо. Так, сказали, давайте, и сразу потом садитесь, Симба вам даст подарочек и можете садиться. Давайте я немного подсниму с этой стороны, посмотрите, как круто с этой стороны тоже смотрится. Конечно, мы немного низко, выше им вообще топчик смотрится, но ничего, смотрите. Подарочки, сцена яркая, красивая, звездочки, я не знаю, украшения всякие, школу мы круто вообще украсили. Вот, ждем, пока Маша у нас напишет. У нас шарики. Конечно, коробки там кто-то поставил, они немного портят видос. Но ничего. Видимо, там коробки очень-очень важны. Так, я не поняла. Маша просто взяла подарок и ушла. Это, конечно, вообще просто. Ну ладно, ничего страшного, конечно. Но интересная, конечно, ситуация. Окей, ладно, так тоже можно. Так, Саша выходит. Ждем, пока он что-то скажет к Новому году. Но вы, между прочим, в комментариях тоже пишите пожелания. Тоже буду читать, лайкать по возможности. Поэтому тоже пишите какие-то свои пожелания там, к Рождеству, к новогодним праздникам, к Новому году. Тоже интересно почитать. Вот. Ну, конечно, интересная Маша очень вообще. Конечно, смешная такая девочка. Так, Саша, давай, я жду, пока ты напишешь пожелания. Так, можно я прошу? Да, все выйдут, не переживайте, все обязательно выйдут. Сейчас очередь Саши, Симба обязательно всех вызовет, поэтому давайте шустренько, чтобы все успели, ну и так все, конечно, успеют. Вот, но у нас ждет прям тусовочка, понимаете? Нас ждет прям туса, там мы будем и кушать, и гулять, и танцевать, и вечериночка, короче. Все круто. Я хочу, чтобы у Пандоры было 300 тысяч подписчиков. Это, кстати, тоже очень важная информация. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. Это, между прочим, очень-очень крутое пожелание. Конечно же, как и все остальные.
Так, Злата выходит. Ждем, пока Злата выйдет. Посмотрите, там с табличками сидят, машут. Давайте я, давайте я. Все выйдут, не переживайте. Сейчас прямо все выйдут. Злата, давай, выходи. Так, кто-то коробку на сцену поставила. Ну-ка, уберите, пожалуйста. У нас тут новогоднее настроение, а вы коробки ставите. У нас тут подарочки должны стоять. Подождите, уже вызвала Симба. Подождите. Так, Рома, пока что стой там. Но Рома следующий. Давайте я напишу, наверное, что Рома следующий. Так, там Симба никак не может разобраться, кто там выходит. Так, девочка там выйдет или нет. Все, вот. Давайте, Рома или кто? Подождите, кто выходит? Я не понимаю. Рома выходит вроде бы. Ну ладно. Рома, давай. Желаю вам удачи и здоровья. Вот здоровье — это тоже очень важное пожелание. Поэтому, Рома, можешь садиться. Бери подарок обязательно. Если ты не взял, бери подарок. И Симба вызывает следующего человека. И у нас выходит Амелия. Амелия, давай, выходи. Мы ждем, пока ты скажешь нам заветное пожелание к Новому году. Она уже написала. Так, желаю, чтобы все были счастливы и чтобы мечты исполнялись. Вот, это реально. Я тоже всем желаю и здоровья, и счастья, и чтобы ваши мечты сбывались, чтобы все у вас было хорошо и так далее. Давайте я, наверное, сделаю вечер. Знаете, вообще такая атмосферка крутая. Посмотрите, в окне прям уже солнце село практически, вот. А можно подарок? А, Рома, ты подарок не взял? Я так и знала, что ты подарок не взяла. Я почему-то чувствовала. Бери, конечно, Симба дала уже ему подарочек. Отлично, спасибо, пожалуйста. Все обязательно получат подарочки. Выходит у нас Яна. Ждем, пока Яна напишет заветные слова. Посмотрите, реально, какая атмосфера. Ну, просто, я не знаю, новогодняя прям вообще крутая. Желаю, чтобы у всех были хорошие оценки и много друзей в новом году. Да, это и, между прочим, тоже очень-очень круто. Так, Ириска, давай следующая. Ириска, следующая, подождите, Симба вышла, вызвала, подождите, Яся выходит. Яся читает пожелания, а Ириска следующая. Я желаю всем здоровья. Вот здоровье реально круто. Кто желает... Это очень-очень важно. Ириска у нас выходит. Я хочу, чтобы ко всем пришел Дед Мороз и принес мандарины. Обязательно 2К, не меньше. 2 килограмма. 2К. Не, ну 2К, конечно, мандаринов тоже было бы неплохо. Вот. Но 2 килограмма тоже ничего, знаете. Так, у нас вышла Ксюша. Тоже вот ждем. Можно я, Вероника? Вероника, обязательно выйдешь, не переживай. Капец, они реально с табличками сидят. Вот, и с подарочками, просто вообще круто. Я желаю, чтобы Пандора добила 1 миллион. Но это обязательно будет, вы не переживайте. Спасибо за пожелания всем. Так, давайте, Вероника или кто? Давайте, Вероника следующая будет, потому что там Симба уже вроде бы кого-то вызвала. Да, Симба вызвала Крис. Вероника, пожалуйста, следующая пускай будет, потому что она так просит. Так, кто у нас там что написал? Короче, чтобы все добились своих целей. Тоже очень-очень важно. Так, Вероника, ждем, пока она напишет. Все, знаете, уже, кстати, заканчиваются люди. Уже там, на той стороне, вроде бы почти все с подарками сидят. Теперь эта сторона. Я не знаю, конечно, как Симба вызывает, интересно. И там по очереди. Я не знаю, как она не сбивается. Вот, но она решила вызывать. Желаю, чтобы все мечты сбылись. Между прочим, да-да-да. Чтобы все мечты сбылись. Да, кто-то пишет. Ну, реально, Мелли, кстати, она была. Или как она? Милли. Очень интересное имя, между прочим. Так, ну, все были. Диана у нас вышла. С Новым годом, всего лучшего, всем радости и всего самого классного. И тебе тоже, супер. Ну что, садитесь. Вроде бы все уже вышли. А ну-ка, все вышли или нет? Я не помню. Вроде бы все, смотрите, с подарками сидят. Ну, подождите, нет, Маши выходили. Я помню, одна Маша ничего не сказала, а вторая Маша вроде бы выходила какая-то, если я не ошибаюсь. Но вроде бы все вышли, никто ничего не говорит, значит, все вышли. Ну что ж, теперь мы идем, наконец-то, на тусовочку. Все пожелания уже пожелали. Посмотрите, как круто мы украсили школу. Везде елочки, украшения, подсветочки, гирлянды и так далее. Давайте садимся все в автобус. Ну, а также еще повезет Симбе на лимузине, потому что в автобус все не влезут, а в лимузин
должны, по идее, все поместиться. То есть в автобусе кто-то будет ехать, кто-то на лимузине, и кто-то, если не влезет уже вдруг, то поставите свою машину и за нами поедете. Ехать недалеко, в центр, на центральную елку, поэтому вот. Ну давайте, все запрыгивайте. Куда вы выпрыгиваете? Садитесь, а не выпрыгивайте. Давайте поедем через эту сторону, потому что разворачиваться как-то не очень, а вот в эту сторону так удобнее будет. Юху, туса, все очень-очень рады. Так, кстати, смотрите, уже дискотека. Надеюсь, она сейчас не закроется, и мы успели. Пишет, что клуб уже закрывается. Я не пойму, почему он закрывается. Мы пришли на тусовку, а он закрывается. Мы вообще-то хотели тут потусить, а он, видите, закрылся. Не, ну капец, ладно, пойдем на улицу тусить, потому что, знаете, там даже лучше будет, понимаете? Смотрите, реально закрывается. Вот там идет снег, там такая атмосфера новогодняя, поэтому давайте идем на улицу. Ничего страшного, что клуб закрылся, если что, сюда придем потусить, хотя тут сейчас свет вот выключается, ну понятно. Короче, я думаю, на улице даже будет лучше, поэтому ничего мы не теряем. Сейчас мы там, там есть, между прочим, столики, тоже покушаем. Сейчас наложим кучу себе еды и, знаете, лучше на улице, серьезно. Поэтому ничего страшного, что дискарь закрылся. Нам на это все равно. Мы все равно сейчас закатим крутую вечеринку. Ну что ж, давайте идем к елке. Давайте вот под снегом на улице. Ой, подождите, под снегом. В смысле под снегом? А, ну хотя, ну короче, вы поняли. Снег идет, и мы под снегом. Автобус я убираю сейчас. Давайте тут поставим фейерверки. Знаете, прям новогоднее настроение. Давайте накладываем на стол. Правда, столика у нас всего два. Но ничего страшного, мы тут уместимся, все по очереди будем кушать, все будет круто. Давайте вот беру мак, курицу вот с картошкой, с овощами или что это такое наложенное. Будет круто. Так, давайте Макдональдс, курица, давай, Рома уже садился, сел кушать, Даша тоже. Все садятся кушать, посмотрите, уже новогодний праздник какой. Давайте я пока что займусь декором, снег прям валит, капец. Давайте, я занимаюсь декором, возьму сейчас фейерверки, наставлю здесь, посмотрите, как они сейчас круто будут стрелять, сейчас я наставлю и вам все покажу, как оно будет круто смотреться потом. Давайте тут ставим, тут, там уже просто кто-то дэнсит, уже прям тусовка, фейерверки уже зажигаются. Давайте тоже мне помогайте декорировать это все, вот, только не ставьте лишнего, понимаете, чтобы все было по фэншую, чтобы все было красиво. Тут поставим, тут поставим. Давайте еще тоже декорируйте, чтобы все было круто. Можем мешок, конечно, поставить с подарками, но там, конечно, подарочков уже много наставили. Вот, поэтому, думаю, достаточно. Посмотрите, сколько они подарков навалили. Капец, просто уже какой-то Санта-Клаус, наверное, с Дедом Морозом пришли и думают такие: подарим мы-ка им подарочки. Давайте я вам сейчас покажу, как это со стороны все красиво смотрится. Давайте убираем лишнее. Просто посмотрите, какой салют, какой фейерверк, как все сияет, как все красиво. Идет снег, елка у нас красивая, большая. Кучу подарков. Просто мы красивые такие в нарядных скинах новогодних. Все очень-очень круто. Так, я тут поставила еще автомат, знаете, чтобы играть в игры. Фейерверки у нас, правда, уже не играют. Нужно их будет, наверное, убрать. Но вот эти фейерверки, кстати, тоже очень красивые. Вот есть такие вот светлые, они больше к Новому году подходят. А есть вот такие вот цветные. Давайте сядем просто. Вот, смотрите, возле нас какие цветные, яркие. И синий, и розовый, и белый. Оно все вперемешку, очень круто смотрится. У нас тут навалено кучу классных подарков. Всякие подсветочки, барабаны стоят. Просто тут музыка просто на всю играет. Вот, смотрите, какая классная у нас атмосфера. Поставили вот эти вот лазеры. Я не знаю, как они правильно называются, но вроде бы лазеры. Тоже все очень круто смотрится. Ну, давайте, наверное, на море поедем. Сейчас там еще на лодке покатаемся. На острове тоже закатим вечеринку. Чтобы все было вообще по фэншую, чтобы все было круто. Давайте я поставлю автобус, только, знаете, я его сейчас перекрашу. Знаете, сейчас поменяю тему. Смотрите, не школьный автобус, а вот такой, чтобы можно было и сверху сидеть. Мне кажется, кто сидит сверху, вообще круто, потому что он, знаете, вот снег идет, и он сидит как-то, знаете, атмосфера очень классная. И плюс Симба тоже едет на лимузине, кто не влез, поедет с Симбой обязательно. Вот уже и море, мы тут приехали уже, нам вообще все близко, и школа, и центр, и море вот тут тоже недалеко, мы быстро доехали. Сейчас закатываем еще вечериночку на острове, ну а вы, между прочим, ставьте обязательно лайкосик на этот видосик, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видосики, также пишите в комментариях тоже свои пожелания к новогодним праздникам, мне будет очень приятно, и всем пока-пока!
Хе-хе-хе.